Эмоционально неустойчивое расстройство личности, пограничный тип. Мои любимые пограничники, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее в своих креслах, наливайте себе чай и кофе и слушайте очень внимательно мою лекцию о вас, дорогие мои, пограничное расстройство личности. Погнали! У меня уже было ранее снято это видео, лет, наверное, несколько назад, кстати, года 4 или 5 или 6. Нет, вру, лет 5 назад было снято это видео. Но я решила немножечко, так сказать, всю эту психиатрию заново перешерстить и с новыми оттенками, эмоциями, чувствами, силами и расстановками, так сказать, все это вам вновь преподнести в новых красках и обертках. Погнали! Люди с пограничным расстройством личности безгранично интересны и вместе с тем очень сложные как пациенты. Более того, я хочу сказать, что среди моих проституточек, которые меня очень любят, такой приличный процент девочек, а это именно женщины, то есть подавляющее большинство, где-то 70-75%, это все-таки у нас женщины. Так вот, мои проституточки, среди них много социопаточек, конечно же, и очень много пограничниц, а именно пациенток с пограничным расстройством личности. Поэтому я их знаю очень и очень хорошо. Работать с ними безумно интересно и вместе с тем очень-очень сложно. Сложно с какой точки зрения? С той точки зрения, что человек с пограничным расстройством личности обладает очень лабильной психикой, очень вспыльчивым, взрывным и неустойчивым характером, и ты никогда не знаешь, придет ли она на консультацию. Если придет, опоздает ли она на нее. В каком она настроении придет на эту терапию? В плохом или же, напротив, в очень благостном? Да, оно именно очень нестабильное. И, кстати, в общем-то, в чем различие между биполярным аффективным расстройством и пограничным расстройством личности? То, что все-таки биполярщики, у них эти фазы очень длинные, в отличие от пограничников, когда скачется все в течение дня. Утром настроение одно, в обед другое, к вечеру уже третье. Понимаете, да? То есть оно вот такое именно очень неустойчивое. Соответственно, это первый момент, да, то есть ты не понимаешь, состоится ли консультация, когда она состоится, где она будет происходить. То есть она может позвонить тебе из машины. Ну, речь идет о консультировании по скайпу или по ватсапу, да, в социальных сетях. Она может позвонить тебе из машины, может позвонить тебе из кровати, я только что проснулась и будет лежать в халате. Может позвонить где-то в отеле с молодым человеком, она отдыхает, сидит, может в ресторане, может из бани. То есть ты никогда не знаешь, абсолютная непредсказуемость. Кстати, это еще одна категория, которая подпадает под раздел «черная вдова» или «роковая женщина», которая сводит мужчину с ума своими яркими качелями. Да, нет, люблю, ненавижу, буду, не буду, негодяй, урод, нет, приходи и так далее. То есть она разрывает мужчине сердце в клочья. Очень это расстройство чем-то похоже на истероидное, но у них есть некоторые различия, конечно же, я расскажу, какие истероиды все-таки себя очень любят, в отличие от пограничников, которые уродуют себя. Пограничники уродуют себя в прямом и переносном смысле слова. То есть это постоянное употребление наркотиков, да, алкоголя, промискуитет. Опять же, я повторюсь, да, это начинается все, причем с подросткового возраста. И оно вот такое перманентное, бесконечное и постоянное. То есть сказать, что ага, она взошла в стойкую ремиссию, несколько лет пребывает в благостном покое и радости, навряд ли. Как правило, это постоянные проблемы с партнером, с родственниками, с детьми, на работе, да, то есть это все вот вверх дном, это такие яркие люди, да, на самом деле ведь среди очень известных людей, главным образом артистов, много было людей с пограничным расстройством личности, потому что они безгранично харизматичны, то есть в них влюбляются на самом деле, да, теряют мужчины голову, Настасья Филипповна, чего одна стоит, свела с ума вообще всех вокруг мужчин, по ней действительно сохнут все. Соответственно, кстати, и Мерлин Монро мы будем тоже с вами разбирать. Джон Леннон, кто у нас еще? Из Нирваны группы. В общем, их очень-очень-очень много. Так вот, вспоминайте их всех. Они все живут как последний раз. Все на надрыве. Как будто бы вот сейчас с моста мы сбросимся. И ведь на самом деле очень большой процент людей с пограничным расстройством личности заканчивают жизнь самоубийством. Да, вот это бесконечное саморазрушение, постоянные увечья. То есть они это делают и бессознательно.
подсознательно и сознательно. Сознательно просто, чтобы снять разрядку, привлечь внимание, да, есть такой истероидный тоже компонент. Они себе и венки режут, и ноги режут, и что-то себе грызут, выдергивают, выщипывают, и трихотиломания сюда может присоединяться, да, то есть, безусловно, вот эти все вещи есть. Соответственно, точно так же и бессознательно. Она и обожжется где-то, и куда-то въедет, и что-то постоянно происходит. То есть, вот как при социопатии есть вот эта бедовость какая-то, так очень часто и пограничники страдают той самой бедовостью. Но если говорить о все-таки антисоциальном расстройстве личности и различии с пограничным расстройством личности, антисоциальное расстройство личности, у них нет доступа к чувствам. Они страдают эмпатией, да, вот этой. В отличие от наших пограничников, которые умеют чувствовать, конечно же, они слышат собственные эмоции. Да, им тяжело с ними совладать, но у них есть стойкая привязанность к человеку. Да, они могут его, как нарцисс, влюбляться в него и обесценивать молниеносно, но это уже другая история. Но эта эмпатия, она присутствует. Они действительно умеют очень сильно и глубоко любить, в отличие от социопатов или психопатов, да, когда мы говорим о наших пограничницах, потому что это подавляющее все-таки большинство. Речь идет о женщинах. Очень интересные дамочки, очень интересные, вместе с тем, опять же, я говорю, сложные. С той точки зрения, что они любят тебя безгранично, рассыпаются в комплиментах, могут быть щедры на похвалу и вместе с тем тотально могут обесценить. Да? Кстати говоря, что есть и у нарциссов. Они сначала восхваляют и молниеносно вас обесценивают. Поэтому, конечно, вот такое психотерапевтическое длительное сотрудничество с пациентами с пограничным расстройством личности крайне в этом плане тяжелое. Но они оставляют след на всю жизнь. Забыть пограничника невозможно. Он всегда останется у тебя или в твоем сердце, или как заноза в жопу залезет, и ты никогда его не забудешь, этого человека, ее не забудешь. Да? Вот настолько яркие личности. Что еще можно сказать? Поскольку у них дихотимическое мышление, то есть это постоянная такая парадоксальность, категоричность, ненависть, люблю, ненавижу, хороший, нехороший, гений, нет, он не гений, он полный вообще тупица и урод, с ним не о чем поговорить, да, вот такая постоянная какая-то, ну что ли, тотальная полярность и внутренняя разорванность, да, такое диффузное «я», так, страдания, самоидентификация, не очень понимаю, нестойкое я. Человек не очень понимает, кто он такой, что он из себя представляет, на что он способен, а на что не способен. Да? Что он о себе сочиняет, или каким он хочет себя видеть, каким видит его окружающие. Он не очень понимает, кто есть он. Да? Вот такая диффузность вот, в своей идентичности, диффузная идентичность, неясность понимания себя и собственных вообще границ собственной личности. Что еще я хочу отметить? Соответственно, так как это все начинается в подростковом возрасте, родитель чаще всего замечает вот такое поведение именно. Ему все время хочется с пацанами по стройкам лазить, бегать, пальцы свои засовывать. Он постоянно рискует. Ему хочется какой-то клей понюхать, выпить, покурить, попробовать что-то новое. Ему хочется, когда дальше он уже растет, он пытается сесть на мотоцикл, разгонять бешеную скорость, прыгнуть с моста. Он постоянно ходит по лезвию бритвы, да, или она постоянно, девочка, ходит по лезвию бритвы. И рискуя жизни, то есть все всегда идет на грани жизни и смерти. Собственно говоря, почему эти девочки безумно влюбляют в себя мужиков просто с крышесносящим образом? Потому что есть вот эта жизнь здесь и теперь. Есть это действительная стопроцентная готовность попрощаться с этой жизнью. А это не может не влюбить. Потому что люди в своей, по своей сути, душонка их скупа, душонка их встревожена, люди боятся прокатиться на каких-то там лыжах горных, на горке, рисковать, боятся. И здесь вдруг, когда ты встречаешь как будто бы безудержную какую-то тотальную свободу, вот такое на 100% отдачу, отдачу своего сердца, отдачу всего, всей себя, да? Соответственно, это не может не сорвать крышу. При том, что без всяких пикаперских курсов она раскачает человека так,
что тот сам пойдет с собой покончит. Вы понимаете, в чем дело? Тот сам будет превращаться во что-то совершенно немыслимое. Вот настолько она может распотрошить ему всю душу. Вот своими вот этими буду-не буду, люблю-не люблю, хочу-не хочу, пошел нахер, нет, приди, прости-не прости. Вот это вот бесконечное такое издевательство над своими близкими на самом деле, над самыми дорогими людьми. Дальше бывают такие, не всегда, но бывают, я видела даже на сеансах психотерапии, да, такие некоторые флешбеки. То есть вместо того, чтобы пациентке с пограничным расстройством личности строить свою жизнь, заземляться, так сказать, и иметь реальные вопросы, на которые нужно решать, муж, дети, работа и так далее, да, и вместо того, чтобы понимать стратегию, куда ты идешь, все-таки речь о пограничном расстройстве личности, возвращение назад. Вот эти флешбеки, которые доходить могут, в принципе, до психотического легкого состояния. Оно такое некоторое сумеречное сознание, полубредовое, они заваливаются, так как еще очень часто они же ведь в употреблении находятся. То есть она, например, на терапию приходит нетрезвая, а она уже покурила шмэк, крэк, гашек, еще что-то, да, что-то нюхнула, приходит, и вот она в состоянии, в общем-то, нестояния. Соответственно, тут уже не очень понятно, этот психозик спровоцирован чем? Употреблением, да, что она закидывает какие-то глаза и начинает что-то вспоминать судорожно, вот это каким-то полубредовым, полуспутанным сознанием из нее изрыгается такими какими-то речами, да? Или же это следствие ее пограничного расстройства личности просто, без применения химических каких-то препаратов. Но чаще всего это и одно, и второе. Вот я еще раз повторю, да, то есть вот это бесконечное издевательство над собой, физическое и психологическое, вот этот надрыв, он, конечно же, крайне истощает. Если подходить к психотерапии, то она, конечно же, чаще всего идет комплексная, упор делается на психотерапию, когнитивно-поведенческую психотерапию, работать с ними очень трудно, нужна определенная дисциплина, стратегия, очень все жестко, да. Вначале все идет более, может быть, поверхностно, именно на каких-то мыслительно-поведенческих аспектах мы фокусируемся, а дальше уже как пойдет. Потому что работать, я повторюсь, с ними чрезвычайно именно в перспективе трудно. Да, установить отношения длительные терапевтические чрезвычайно трудно. Чаще всего они приходят просто на любви ко мне. Я так тебя люблю, я столько тебя смотрю, я по тебе с ума схожу. Вот она придет 2-3 раза, и дальше она исчезает. Все. Или это заканчивается с ее стороны каким-то скандалом. Она мне начинает поток каких-то гадостей. Я заплатила, ну что, что я не пришла, ну и что? Ну я же заплатила, я приду в другой раз, ну и что, что я опоздала? Ну то есть вот некоторая есть такая, да, может вспыхнуть обесценивание и неуважение просто к специалисту, к тому труду, который был все-таки проделан с человеком. Нет, это все молниеносно обесценивается и часто встает на предыдущие рельсы, на свои, в общем-то. Возвращаемся к тому, что было, почему я и говорю, что с ними довольно интересно, безумно интересно, но вместе с тем вообще трудно работать с обесцениванием, как с нарциссами, чрезвычайно трудно, да, как с психопатами трудно вот с этим обесцениванием ставить. То есть, пожалуй, обесценивание для терапевта – это, ну, самое сложное, с чем он сталкивается. То есть гораздо легче работать даже с умственной отсталостью, когда человек едва ли понимает вообще, о чем идет речь, легче работать, чем работать с обесцениванием тебя как специалиста. А они же бьют по больному, да, по твоему профессионализму, что ты вообще не профессионал, и что вообще, где ты учился, и стало только хуже это все из-за тебя, я пойду найду другого специалиста. И так далее. Вот все в таком ключе, все в таком контексте происходит обычно. Соответственно, уже человек, терапевт с опытом должен это понимать, да, что он имеет дело с пограничным расстройством личности, и что в перспективе это возможно. Не иметь и не питать особых иллюзий, а очень хорошо знать вообще морфологию данного заболевания и быть к этому готовым. Правильно? Быть к этому готовым.
Дальше, что хочется еще отметить по поводу психотерапии, как я уже сказала. Соответственно, медикаментозная поддержка, да, она бывает нужна. Почему? Даже элементарно, конечно же. Потому что очень часто девочки сталкиваются с пищевыми расстройствами в данном случае. То есть это начинается и булимия, да, компульсивное переедание, и анорексия, и все вместе взятое, и одно, второе, пятое, двадцатое. То есть они пытаются как-то переключиться и контролировать эту реальность через прием пищи. Понимаете, да, так как они ее в реальности контролировать не могут, у них это не получается, все в их жизни выходит из-под контроля, абсолютно все, любые отношения. Соответственно, пытается все она каким-то образом компенсировать, восполнить и почувствовать рычаги правления через вот эту еду, через этот холодильник. Соответственно, вот этот вот важный момент. Дальше, так как это бесконечные дисфорические состояния настроения, да, такие депрессивные настроения, то опять же вариант того, что, в общем-то, медикаментозная поддержка здесь может быть очень даже уместна, да, это факт. Потому что человек может закатиться в тяжелые такие депрессивные суицидальные мысли, суицидальные настроения. И, конечно же, уже в данном случае доктор прописывает препараты, когда все идет печально, так сказать. Печально, и уже, видимо, что она уже и вены порезала. И с целью привлечь внимание, да, и стероидный компонент присутствует, и с целью, на самом деле, часто покончить с собой, да, покончить с собой. Что еще я хотела добавить сюда же, на самом деле, про наше с вами пограничное расстройство личности. Люди, как я уже говорила, безгранично интересные. Вспоминайте, ну, во-первых, мои пограничники, кто смотрит меня, вы меня сейчас смотрите, вы сами знаете прекрасно, какие вы интересные, харизматичные, творческие люди, да, с какими трудностями вам приходится сталкиваться, с какими трудностями приходится сталкиваться вашим близким. И вот немножечко давайте про патогенез и этиологию, то есть вообще происхождение данного расстройства. Конечно же, все эти вещи трудно категорично про них говорить, да? Но чаще всего совокупность факторов, конечно же, имеет место быть. То есть это кто-то, один из родителей страдает у нас подобным расстройством, например, такая же мама или папа или бабуля. Да? Далее, семья несколько такая дисфункциональная в каком плане? В плане нестабильности, то есть ты никогда не знаешь, что будет. Но элементарно, даже по той простой причине, что сама мама родилась с подобным расстройством. Соответственно, если она уже с этим расстройством и рождает ребенка генетически детерминированно с этим же самым расстройством, и плюс, что она ему, исходя из своей биологической базы, может предоставить некоторую нестабильность, да, эмоциональные те же самые качели. То есть как мама издевалась над папой и раздергала ему все кишки, то же самое она, в принципе, проделывает и со своим будущим пограничником, со своим ребеночком, которого она родила и воспитывает. Да, она начинает его раздергивать. И в своей непоследовательности вот этой, да, люблю, не люблю, буду, не буду, побью, не побью, ребенок, который не знает, что его ждет, его пограничное расстройство личности, которое, может быть, было в почечке, в зачаточном своем роде, в таком, оно начинает произрастать и процветать буйным и ярким цветом. То есть то, что, может быть, бы и не распустилось, попади он в другие условия, даже со своей биологией. И если бы распустилось, то, вероятно, не в такой, может быть, степени, но в условиях вот такой нестабильности, конечно же, он очень становится раздерганным. Именно раздерганным от своей непредсказуемости, неясности, непонятности. Да? Вообще, что ждать сегодня? Меня сегодня будут бить, любить, ко мне будут равнодушны. Что будет происходить в моем доме? Вот такая вот ситуация. Вот такая ситуация. Что еще мы с вами будем отмечать? Ну, я не знаю, если появится у нас с вами потребность, давайте снимем вторую и третью часть по пограничному расстройству личности, так как действительно расстройство, оно достойно, в общем-то, того, чтобы на него обратить внимание, оно очень интересное, да? Соответственно, можно о нем говорить. Но я бы хотела снять про Мерлин Монро, давайте мы снимем отдельный ролик про Мерлин, где я посвящу именно этой прекрасной, яркой женщине, яркой, которая, конечно же, она сама себя из серой мышки сделала яркой. А мы поговорим о ней отдельно. Мы уделим ей вот эти 20 минут, потому что она достойна, согласитесь, это уже такой культовый персонаж, которым, ну, нужно действительно снимать отдельный ролик для нее. Она достойна того, чтобы сказать о ней много все-таки.
и не просто вскользь ее всуе, так сказать, упомянуть. Не будем упоминать ее всуе, а выделим для нее отдельный видеоролик. Вот так вот, вот такие вот дела, мои любимые. Что я хочу сказать относительно того, что происходит на моем сайте. Кстати, тот, кто не является пограничником, да, и тот, кто не умеет разрывать мужские сердца, как наши пограничницы, я рекомендую вам мои три марафона в записи по женско-мужским отношениям, особенно его первую часть, где идут пикаперские штучки, которые наши пограничницы умеют делать совершенно бессознательно. И их никто этому не учил. Так что если среди ваших друзей и подруг есть пациентки с пограничным расстройством личности, попросите их рассказать, как они влюбляют в себя мужиков, как они сводят их с ума и как они их заставляют рыдать просто в прямом смысле слова крокодильными слезами. Соответственно, у кого пограничного расстройства личности нет, я предоставляю вам, ну, Мэрилин Монро, она что, она, по-моему, взорвала всем сердце на свете, кому только можно, правильно? Ну вот и все. Поэтому все те, кто не является пограничным расстройством личности, вы можете приобрести мои марафоны по женско-мужским отношениям. То же самое есть в гайдах в печатном виде, где будет поэтапно и пошагово прямо расписано, что делают наши пациентки с пограничным расстройством личности, чтобы свести с ума мужчин. Вот так, моя любимая. Все, я вас целую, обнимаю. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт, да, чтобы посмотреть другие продукции, другую продукцию. И давайте дружить в Телеграме, потому что я там публикую много интересных статей каждый день. И в Инстаграме, так как я веду там прямые трансляции. По воскресеньям особенно. Все.